деревенской жары свой дресс-код. На улице законы этикета и здравого смысла не соблюдаются. И особенно часто неразумными детьми и мужчинами. Тут вам и пляжное неглиже, и купание в фонтане, и, мягко говоря, курортные наряды на работе. Это ужасно. Мне нравится, как сказала специалист, международный специалист по этикету Алена Гиль, что это выглядит так, как будто человека обокрали на пляже. То есть во вьетнамках, в соответствии с правилами этикета, мы можем только пройти от своего лежака на пляже до воды и обратно. Мы можем взять их с собой в баню, в сауну. Сланцы, да еще и с носками, обхихикали уже все, а пару сезонов назад даже легализовали в глянце. Обычно такое комбо сбивает общий пафос роскошного люксового наряда. Но местные это экземпляры далеки от модных шлепок с натуральным мехом и брендовых мыльниц. До сих пор мужчины продолжают носить носки с мокасинами и эспадрильями. Напомню, что это недопустимо. Включаем логику. Носим босоножки на босу ногу. Женщин тоже касается. Открытый мыс обуви с торчащим чулочным швом или сетчатым подследником – так себе фэшн. А вот прозрачные носочки с фантазийным принтом – куда ни шло. Все более сложно в деловом этикете, потому что сейчас жарко. Мы знаем, что на многих предприятиях дресс-код нельзя с голыми ногами приходить. Если все-таки какие-то устанавливают требования касательно одежды своих сотрудников, должны предоставить условия для соблюдения этих требований. Значит, соответственно, должны быть кондиционеры. Кстати, вас не только на работу могут не пустить с голыми коленками. Будь вы игривая дама, мужчина в купальных синтетических шортах или жертва моды на спортивные костюмы. Многие тюменские ночные клубы и рестораны чтут свой престиж и заранее предупреждают гостей об уместных и не очень предметах гардероба. Еще одно преступление против логики и самокритики – облегающие и даже уже растянутые трикотажные вещи, которые не красят рыхлый силуэт. Ультрамини – тоже короткий путь к вульгарности. Куда удачнее будет выглядеть свободная рубашка или брюки из натурального материала. И не жарко, и вид опрятный. Если мы открываем ноги, то есть надеваем короткие шорты, то тогда не забываем о том, что верх плечевая одежда должны быть либо объемными, либо хорошо прикрывающими область груди. Чтобы окружающие считали ваш комплект ироничным, а не безвкусным, помним о том, что если мы надеваем топ в бельевом стиле, то мы к нему не можем надеть юбку мини или короткие шорты, а наоборот мы надеваем классическую юбку, либо юбку миди или классические брюки, может быть кюлоты. Летящие платья и туники из тонкой ткани с разрезами или с открытой спиной подразумевают специальное белье, бесшовное и нерельефное. «Да кто вы такие, чтобы лезть мне в трусы?» – вскричат некоторые телезрители. А мы ответим – тогда не стоит демонстрировать то, что лучше скрыть. Наши глазки устали смотреть на неряшливость. Уважайте свое тело так же, как чужие представления о прекрасном.